Как бы интереснее. Пару мнений от девушек. Давайте, говорите. Ну, просто кто-нибудь скажите, вот как ощущение? Ну, да. Так, тихо, говори. Я сегодня шурчхелу ела, было очень вкусно. Ну, танцуйте вы определенно лучше, чем шутите. Так, дальше, ответ от пацанов, пару мнений. Да. Тебе надо туда помахнуть, по-моему, чувак. Я думал, сейчас стоит дострелит. Если есть видео, ой, мнение. Это паперский батл, здесь никто не умеет разговаривать, кроме нее. И то, кстати, не слышно было тебя вообще. Это дело не в микрофоне, дело даже не в тебе, дело в жизни. Она просто такая. Не мы так, и жизнь такая. Ребят, сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, кто же выиграл в батле полов. Линолеум или паркет? Какая шутка! Может быть даже.
считать будем. Давайте так, девочки считают. Раз, пацаны, два, три. Давайте, без дискриминации. Ладно, шучу, конечно же, все вместе. Чтоб кто-то кому-то разрешил сегодня пить. Да, вот это вот не надо нам проблем. Я про чай. Ночью поздно на базе, а не идти спать. Не, пойдем спать. Вот этого чтоб не было. Давайте. Вместе. И это... Раз! И это... Два! И это... Три! Баба-баба. И статуэтка «Золотой каблук» вручается Олегу Бобо! Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей! Все, все, девочки. Все равно. Призов никаких, вы также становитесь девочками. Окей, а теперь джимак. Девочки на той стороне, мальчики.